Бобик, давай бери уже быстрее этот ключик. Сёма, он к нам только сейчас приехал, и я сразу же его так уж и быть забираю. Ага, именно на этом она закончилась прошлая серия. И это какой-то ключ от милого домика. Да уж, я пока что даже не понимаю, что это вообще такое, но думаю, что мы должны прямо сейчас в него отправиться. Ой, Кубик, я комментарии читал, они какие-то были все очень страшные. В смысле? Что это еще значит? Кубик, походу мы сегодня будем очень много пугаться. Ага, окей, я так понимаю, то, что домик у нас находится прямо. Мы сразу же должны отправиться туда. Это, Кубик, а он что-то закрыт? Сёма, а ты не думал, что ты просто с зданиями немножко ошибся? А, да. Сори, зря быканул. Походу, нам нужно было вон в тот домик. Угу. Я думал, ты сам до этого догадаешься. Да ладно, что ты быкуешь? Не ссы, сейчас мы его пройдем. И знаешь, что-то на самом деле он мне не кажется таким уж и милым, но дверь в нем открыта, и походу мы прямо сейчас должны в него отправиться. Кубик, может не пойдем? Чё-то мне страшно. Борис, не ссы, у нас сейчас все получится. Только походу у меня уже должна начинать немного лагать игра. И эта загрузка мне вообще нифига не нравится. Да ладно, Кубик, она уже прошла. Давай, погнали. Окей, просто заходим. И здесь красный дым. Ёк-макарёк, вот теперь мне туда не хочется идти. Кубик, я слышал такое, что если ты зайдешь в красный дым, у тебя начнутся галлюцинации. Ёк-макарёк, и походу они действительно у нас начались. Я даже нифига понять не успел, что вообще происходит. Кубик, нам походу хана. Сёма, не нагнетай обстановку. Я и так без тебя уже понял то, что здесь реально происходит какая-то дичь. Я даже не понимаю, куда мне нужно выбраться. Стоп. Еще и сохранение. Кубик, это же наоборот хорошо. Ага, только если есть сохранение, это значит, что возможно сейчас что-то будет очень страшное. Окей, наконец-то мы выбрались хотя бы из этого дыма. Ой, Кубик, это мне вообще не нравится. Пошли обратно. Борис, у меня есть такое предчувствие, что обратно пройти у нас не получится. Поэтому просто идем прямо. Ёк-макарёк, ладно, была не была. Просто берем и ускоряемся. Кубик, а может лучше аккуратненько пойдем? Ну его нафиг эти ускорения. Ну ладно, Сёма, как скажешь. Но все равно выглядывать нужно максимально аккуратно. Вроде никого нету. Окей, здесь у нас стоит какое-то радио, и походу оно издает какие-то помехи. Ладно, просто идем дальше. Я не знаю, я просто наугад решил пойти в эту сторону, надеясь, что она оказалась правильная. Еще раз радио. Что-то оно мне как-то немножечко пугает. Кубик, меня тоже. Я тебе говорю, давай туда не пойдем. Блин, что происходит? Борис, ёк-макарёк, ты меня сам еще больше напугал. Ладно, просто у нас выключился свет. Это, наверное, абсолютно стандартная ситуация. Лучше пойду в другую сторону. Ага, я с тобой, Кубик, согласен. Пошли обратно. Так, погоди, мне кажется, или я поворачивал вроде как в другую сторону. Короче, ладно, я просто уже запутался. Снова идем сюда. Надеюсь, что хотя бы здесь проход окажется правильный. Нифига подобного. Кубик, нам что, нужно возвращаться обратно? По всей видимости, да. Борис, я вообще не знаю. Знаю, что делать. Ладно, пошли все-таки попробуем сходить сюда. Может, там есть какой-нибудь проход? Ёк-макарёк, нет там никакого прохода. Кубик, посмотри внимательней. Борис, да ты меня уже достал. Стоп, а здесь проход откуда? Ёк-макарёк. Кубик, мне просто кажется, что у нас уже начались какие-то галлюцинации. Блин, не нравится мне все это. Так, и на каждом комоде у нас стоят разные плакаты. Стоп, ты тоже это слышишь? Кубик, это всего лишь звонит телефон. Ага, только звонит он где-то вот с этой стороны. И что-то мне прям не хочется его сейчас поднимать. Да ладно, Кубик, это же просто телефончик. В прошлый раз там ничего такого страшного не было. Ага, но мне кажется, что сейчас будет какой-то скример. Аккуратно. О, у меня мурашки прошли. Кубик, ты же тоже это видел? Да, Борис, и нам с тобой только что не показалось. Сёма, блин, ты дурак, что ли? Ты чё раскричался? Он уже прошел давным-давно. Сори, Кубик, до меня просто только сейчас дошло. Я, конечно, понимаю, что мне сейчас нужно выходить, но этого делать как-то вообще прям не хочется. Кубик, давай лучше пойдем в другую сторону, обратно от этого чупакабры. Борис, я тебя, конечно, расстраивать не хочу, но там не было никакого прохода. Нам нужно идти все-таки за ним. Вот, блин, капец, я уже испугался. Все, короче, успокоились. Это всего лишь игра, это всего лишь игра. Здесь не будет ничего страшного. Кубик, я никуда не пойду. Буду
буду сидеть просто здесь. Ну и сиди, ну Басина, блин. Походу мне придется идти одному. Ну ты просто не представляешь, как мне сейчас страшно. Кубик, а там еще писали, что будет какой-то страшный Хаги-Ваги. Борис, блин, хватит спойлеров. Мне и так капец как страшно. Если я сейчас еще и Хаги-Ваги где-нибудь увижу, мне кажется, будет нехорошо. Ха-ха, Кубик-закуниха. Ава, ты слышал, как ты сам кричал, как девчонка? Не было такого. Вам показалось? О, Кубик, ладно, я вроде успокоился. Блин, что это было? Не знаю, Борис, какие-то скримеры. Там, походу, кто-то в дверь стучался. Не, я теперь точно никуда не пойду. Буду просто сидеть здесь, в этом уголочке. Надеюсь, здесь никого не будет. Борис, блин, и что ты там, долго сидеть собрался или нет? Ну, не знаю. Нужно немного передохнуть. 1 час спустя. Борис, ну что ты там? Готов? Угу, да, погнали! Наконец-то! Да я просто подумал, что там слишком долго сидеть? Ага, и поэтому решил просидеть всего лишь 1 часик? Ты что, совсем глупый? Так, а что здесь за фигня? Почему там слишком темно? Я не понимаю, есть там какой-то проход или нет? Да, Кубик, он там был, только здесь еще что-то написано. Написано, что он за мной охотится? Ё-моё, мне такого счастья не надо! Кубик, а ты уверен, что ты правильно перевёл? У тебя же проблемы там с английским! Ну, это, конечно, да, но мне кажется, что я прочитал всё-таки всё правильно! Ха-ха, ну ладно, тогда погнали дальше! Вроде пока что вообще не страшно! Сёма, я не понимаю, ты чё, блин, вообще бессмертный, что ли? В смысле тебе не страшно? Так, я вообще за каждый угол боюсь поворачивать! Ага, а мне страшно проходить мимо этих отверстий в стенках! Блин, Борис, походу у меня появилась еще плюс одна новая фобия! Но там есть какой-то новенький кабинет, давай посмотрим, что же там такое! Что-то написано, снова походу то, что он за мной охотится! Ага, только мы походу даже туда пробраться никак не можем! Блинский блин, это просто какой-то кабинет, и нам, по всей видимости, нужно возвращаться обратно! Окей, погнали, Кубик! Я вообще не понимаю, что произошло с этим Сэмэном, почему он больше не боится? Кубик, да я на самом деле боюсь, просто представляю, что я не боюсь, и тогда не боюсь! А, ну тогда, в принципе, логично. Окей, погнали дальше. В смысле, кто вставай? Кто это сказал? Кубик, это походу говорят на радио! Ага, ну ладно, погнали! Ёх, Макарёк, у меня уже просто все руки вспотели! Да, уж согласен, эти комнаты реально какие-то страшные, и вообще нифига не видно! И надеюсь, то, что это уже очень скоро закончится! У нас остается один единственный проход, и походу нам нужно прям туда! Погнали! Окей, Сёма, тогда чур идти будешь именно ты. Я просто даже мышку трогать не буду. Эх, все с тобой понятно, Сыкуниха. Смотри и учись, как нужно играть. Ой, а что там так поцарапано? Чё, Сёма, стало вдруг страшно, да? Окей, мы с тобой оказались в какой-то комнате. Это похоже на какую-то больницу вообще. А мне кажется, что просто похоже на спальню. Смотри, тут есть настоящий телевизор. И чё-то этот телевизор мне вообще нифига не нравится. Да не, Кубик, это же обычный телек, чё его бояться? А вот там, походу, кто-то есть. Да, Борис, мне тоже кажется, что там стоит тот самый кэтнэп. Не, Кубик, тебе просто показалось. А то, что здесь написано «Счастье и веселье» было здесь, когда он это сделал. Кто сделал? Что сделал? Я вообще ничего не понимаю. О, Кубик, смотри, там, походу, лежат какие-то сникерсы. Это больше похоже на какие-то сырки. Ну ладно, мы лучше этого брать ничего не будем. Нам срочно нужно поискать где-то кассету. Кубик, где она? Борис, блинский, блин, я-то откуда знаю? Я здесь точно так же, как и ты, оказался в первый раз. О, походу, она все это время лежала здесь. А я ее не видел. Окей, возможно, мы просто были супер невнимательны, а здесь у нас настоящий Хаги-Ваги. Ю-ху, Кубик, и он нам что-то здесь рассказывает, что мы оказались на фабрике. Ага, я это вижу, я пока что читать умею. Кубик, а еще он рассказывает, что мы находимся в настоящем приюте, и нас, походу, ждет какое-то светлое будущее. Ага. Только здесь как-то вообще, блин, нифига не светло. Да не, Кубик, ты не понял, это про другое. Ага, ну ладно. Так, нам что-нибудь интересное покажут здесь в телевизоре, кроме его головы, или нет? Кубик, мне кажется, ничего интересного не будет. А чё дверь закрылась? И это мне уже не нравится. Стоп, Хаги-Ваги стал какой-то страшный. Может, мы лучше отсюда свалим? Там, кстати, еще камера сверху есть. Кубик, а ты заметил, что мы сейчас мышкой поворачиваем в другую сторону?
а все равно нас заставляют смотреть на телек. Ага, Борис, это ты правильно подметил. Хаги-ваги, свали нафиг отсюда! Кубик, я бы так близко к нему лучше не подходил. В смысле, Борис, а что здесь может быть? Он же все равно не сможет с нами ничего сделать. Он ведь в телевизоре. Ну, Кубик, я бы на самом деле не зарекался. А сейчас я вообще повернуться не могу. Ага, мы можем только ходить в разные стороны. Мышка у меня вообще не двигается. Кубик, это мне вообще не нравится. Ладно, сейчас нам нужно просто отсюда вас валить. Ты что, блин? Это... Как он вылез из телека? Нам нужно срочно сваливать. Офигеть, какой он страшный. Все-таки Хаги-Ваги оказался нифига не добрый. Бежим от него. Че вы молчите, дебилы? Помогайте мне свалить. Ёлки-макарёк, я вообще не понимаю. У меня еще и коп не выдерживает. Походу, я всего скримера пропустил, потому что у меня комп залагал. Ёлки-макарёк. Вы просто не представляете, как у меня вспотели руки. Это что, блин, только что было? Мы чисто физически не могли от него сгазиться. Кубик, мне кажется, это все потому, что ты слишком долго на него смотрел. Не, Борис, это точно было не поэтому. Окей, теперь у вас наконец-то появились руки. Оп, точняк. Все это время у нас действительно не было рук. Красава, Сёма. Ты такой внимательный. Как ты вообще это заметил? Ха, спасибо за комплимент, Кубик. Это, если что, была шутка. Так, здесь еще лежат какие-то подушки этих всяких животных. Кубик, это не животные, это игрушки. Давай, погнали дальше. Окей, давай посмотрим, что есть в следующих комнатах. Там Хаги-Ваги. И еще целая куча всяких монстров. Ой, а мамочка что-то не работает? Ага, у нас выдаются какие-то странные помехи. А, Кубик, смотри, здесь есть какая-то яма. Мы, похоже, должны туда спрыгнуть и принести туда еще коробочки. Окей, как скажешь. Давай сразу же их попробуем туда скинуть. И вроде это получилось успешно. Теперь просто сами туда прыгаем. Ёк-макарёк, там опять красный дым. Ага, есть еще какая-то машинка. Я только не понимаю, что с ней надо сделать. Кубик, она здесь точно стоит не просто так. Ага, Борис, спасибо. Это уже я и без тебя понял. Кстати, Кубик, а ты видел еще вот эту маску? Ага, и походу мы можем ее просто экипировать. Ёк-макарёк, нифига себе. Вау, Кубик, теперь нам, походу, дым вообще не страшен. Это, конечно, хорошо, но что нам делать дальше? Кубик, а что если просто завести вот эту тачку? Вау, Борис, нифига себе. Ты как вообще до такого догадался? Заводим. Вау, Кубик, смотри, как она мощно поехала дальше. И просто разбила эту стенку. Нифига себе. А, походу, второй раз она уже не работает. Борис, так понятно, там уже дальше стена. Как она тебе дальше-то поедет? А вот сейчас нам пригодится коробочка. Сёма, зачем? У нас же есть настоящая кнопка, и мы можем просто подпрыгнуть на нашей руке. Ого, Кубик, а где мы оказались? Борис, этого я пока что сам не понял. Давай просто потихоньку будем разбираться. Ага. Нам, походу, нужно дальше идти в эту комнату, потом вот сюда. Борис, как ты, конечно, до такого догадался? У нас же больше здесь нет никаких проходов, это было понятно. Кубик, да хватит ты на меня кричать. Ой, это что сейчас только что было? Борис, это, походу, был тот самый Кэтнэп. Ёк-макарёк, он такой милашка. Сёма, ты совсем, что ли, с ума сошел? Какой нафиг милашка, ты его видел вообще? Ну не знаю, вроде прикольненький, я бы с ним поиграл. Кстати, а зачем мы все это время ходили в маске? Ее же можно было снять, и мы с тобой вышли еще в какую-то комнату. Ёк-макарёк, походу сейчас нужно разгадывать какие-то загадки. Не, Кубик, нужно всего лишь подустить батарейку. Ага, и нужно, походу, где-то найти вторую. Ну ладно, Кубик, погнали тогда искать вторую батарейку. Ёк-макарёк, опять ходить по этим страшным коридорам. Может, она где-нибудь здесь лежит? Ну нет, это было бы слишком глупо. Ага, мне кажется, что искать мы ее будем вообще целую вечность. Но мы все-таки обязаны это сделать. Будем проверять абсолютно каждую комнату. Посмотреть снаружи, а куда, зачем, что там? Я не знаю, но я лучше никуда смотреть не буду. Ну его нафиг. Вот именно, Борис, полностью с тобой согласен. Кисси-мисси, она-то здесь что нафиг делает? Кубик, а тебе что, я вообще не страшно? Ну, не знаю, она вроде нас не пугает. Она там сидит и смотрит на какой-то портрет. Лучше просто не буду ей мешать. А я, походу, нашел проход. Мне нужно просто подняться наверх. Здесь же никого не будет.
Вроде бы все нормально. Окей, проход свободен. Ну все, Кубик, погнали дальше. Это, по всей видимости, какая-то спальня. О, и здесь у нас сразу есть батарейка. Сразу ее забираем и погнали дальше. Кубик, а ты заметил, что эта батарейка была в какой-то игрушке? Не знаю, Сёма, мне вообще пофиг на всякие игрушки. Я просто пошел дальше. Я вообще не понял, про что ты говоришь. Кубик, мне кажется, что это нам еще пригодится. Ладно, погнали, просто батарейку поставим и все. Ту комнату я проверять как-то не хочу. А снизу у нас, походу, есть дым, поэтому надели маску и прыгаем вниз. Кубик, маску теперь можно снимать. Ну ладно, Борис, это была правда. Так, все, ставим быстренько батарейку, и теперь мы точно можем нажимать на эту кнопку. Кубик, а ты же даже не проверял. Может, можно было на нее нажать без батарейки? Нет, это точно было бы как-то глупо, она бы 100% не сработала. А у нас открылась дверь, и мы просто идем в нее. Блин, нужно подниматься наверх. Надеюсь, там не будет никаких скримеров. Борис, я тоже в это очень сильно надеюсь. Так, там у нас какой-то хаги-ваги, окей. А здесь снова эта машинка, Кубик, активируй ее. Да, Сёма, сейчас успею активировать, не переживай. О, есть зеркало, но мы в нем, походу, не отображаемся. Эх, а я так хотел посмотреть, как мы выглядим. Борис, не переживай. Час веселья, слово, написанное кровью. Чё-то мне это не нравится. Ага, это вообще нифига не весело. А вот машинка веселая. Да, Борис, веселье, полные штаны. Так, ладно, давай на всякий случай еще осмотримся. Вдруг здесь есть еще какие-нибудь детали. Вниз я пока что не пойду. Кубик, а куда мы сейчас выйдем? Вау, это какая-то огромная комната. Ага, и знаешь, я вот что-то сейчас так подумал. Вот этот домик мне вообще не кажется милым. Да, Кубик, это ты правильно подметил. Окей, погнали, просто зайдем в эту комнату, где у нас есть диваны Хаги-Ваги и Киси-Биси. И у нас было сохранение. Это может быть очень плохой знак. В смысле, Кубик, почему? Да просто мне кажется, что если есть сохранение, значит, могут быть реально какие-то скримеры. Но, возможно, это сохранение связано с головоломкой. Окей, тогда сейчас попытаемся ее пройти. О, Кубик, подключаем сюда и заходим в эту дверь. Ага, только мы этого немножко не успели, потому что я слишком долго искал кнопку. Но не переживай, если что, прямо сейчас я ее уже подключил. Вижу там наверху еще одно свечение. Нужно будет его просто активировать. А где открылась дверь, я не понял. Кубик, даже если она открылась, то она, походу, уже закрылась. Блин, серьезно, что ли? И что, я оказался в ловушке? Не-не-не-не, такого не может быть. Вау, Кубик, смотри, там есть батарейка, и она находится внутри игрушки. Ага, Борис, я вижу, только забрать ее, походу, не получится. Ёк-макарёк, Кубик, я ж тебе говорил в прошлый раз про игрушку. Ага, Сёма, ты был прав, только там игрушка была сломана, а вот эта стояла целая. И чё, ты думаешь, что она тебя схавает? Я не знаю, Сёма, но в этой игре реально может быть абсолютно все. Так, давай просто попробуем найти, как же нам все таки выбраться из этой комнаты. Где-то же должен быть выход. О, там нету никакой кнопки. Кубик, туда наоборот нужно подвести электричество. А походу электричество мы можем взять вот здесь. Реально! То есть мы можем отсюда выбраться. Это очень хорошо. Правда, я, блин, по кнопке, походу, не попал. Не, Кубик, попал. Вон там дверь открылась. Погнали скорее. Эх, ты не успел. Блинский блин. Походу, нужна попытка номер 2. Берем электричество, активируем и быстро бежим в эту дверь. Кубик, сейчас-то мы точно все успеем. Да я просто в прошлый раз не сразу нашел, где была дверь. И, кстати, она у нас закрылась, и мы оказались в следующей комнате точно так же в ловушке. Здесь нет никаких выходов. Кубик, мы же можем еще раз активировать эту кнопку. Воу, точняк, потому что сейчас наши руки стали капец какие длинные. Только я не понимаю, как мне достать. Кубик, давай просто возьмем кубик и на него запрыгнем. Воу, Сёма, это, походу, единственная гениальная мысль была от тебя за сегодня. Красава! Сейчас вообще-то немножко обидно было. Да ладно, Сёма, не обижайся. Чё это были за звуки? Я не понял. Ёк-макарёк, этот монстр на меня смотрит. Ну, вроде бы он нас не пугает. Окей, давай сейчас просто его обойдем, потому что сзади него была настоящая батарейка. Обойти не получится. Стоп, Кубик, он что, все время поворачивается на нас? Ага, Борис, это ты правильно подметил. Тогда как мне у него своровать батарейку? Чувак, ты же меня хотя бы не съешь? Не, вроде это не скример. Окей, тогда можно его не бояться. Кубик,
А мне все равно как-то немножко страшно. Да ладно, Борис, успокойся, он с нами ничего не сделает. Окей, надеюсь, ты меня не обманываешь. Вот смотри, я даже могу его ударить, и со мной вообще нифига не происходит. Воу, Кубик, смотри, есть еще какая-то вентиляция, пойдем туда. Ну уж нет, Сема, здесь еще есть целая куча проходов. Я, пожалуй, вентиляцию оставлю напоследок. Пока что просто попробую зайти сюда. Что это опять за звуки, блинский блин? Кубик! Эти звуки меня очень сильно пугают. О, есть еще вентиляция. Борис, да ты достал. Я не хочу пока что идти ни в какую вентиляцию. Вдруг там начнется погоня? Мне этого пока что нафиг не надо. Кстати, точняк. У нас же еще не было ни одной погони. Ага. А Хаги-Ваги тебя не смущает? Который был, кстати, в этой же серии. А, точняк. Забыл про него. О, Кубик, смотри. Мы своровали батарейку. Нужно было просто находиться от него немножечко подальше. Это была вообще имба. Ага. А теперь нужно придумать, куда ее поставить. Борис, это, я думаю, будет особо не проблема. Просто сейчас мы найдем, куда нам нужно идти. Вниз я пока что прыгать не готов. А вот сюда, пожалуй, можно будет сходить. Так, и что дальше? Походу, все равно нам нужно идти вниз. Блинский блин, ну ладно. Давай тогда возьмем эту зеленую руку. Электричество, точнее. И что? И куда мы его можем поставить? Кубик, мне кажется, оно нам потом еще пригодится. Ага, Борис, это ты, конечно, хорошо придумал. А сейчас-то мне что делать? Ну, походу, придется прыгать вниз. Ух, блинский блин. Надеюсь, меня там хотя бы никто не съест. Окей, спускаемся. Еще раз вентиляция. Ёк-макарёк, это что еще за комната? А, Кубик, мы пришли сюда же. Вот, смотри, мы были с той стороны двери. А, окей, это я понял. А куда ставить кнопку? А, по всей видимости, вот сюда. Окей? А здесь у нас что? Кубик, там ничего нет, можешь туда не ходить. Окей, как скажешь, нашли первую батарейку, и еще раз нужно найти вторую. Взяли электричество, только зачем, я пока что вообще не понимаю. А, Кубик, если есть электричество, значит мы что-то можем активировать. Нифига себе, Борис, вот это ты, конечно, гениально придумал. Ага, спасибо, я старался. А сейчас мы, походу, оказались в комнате настоящего Хаги-Ваги. Там была его игрушка, его подушка и его плакат. Ага. Только это нам вообще нафиг не надо. Кубик, давай решать, куда идти дальше. Так, Борис, давай просто попробуем взять электричество и куда-нибудь сходить. Мне кажется, сейчас мы сможем найти, куда его поставить. Что если сделать вот сюда? Потом здесь мы можем взять снова электричество. Я запутался. Кубик, мне кажется, что в этих коридорах мы уже были. Да, Борис, потому что именно здесь мы украли первую батарейку. Окей, тогда нам сюда идти вроде как не нужно. Но я на всякий случай схожу, смотри, сейчас он зато нас не пугает. Ага, веселье, конечно, полные штаны. А, Кубик, я походу понял, смотри, нужно взять электричество и просто принести его вот сюда. Да, Борис, только справа есть такая же кнопка, как мы ее подключим. Опа-на! Кажется, есть идея. Смотри, я кое-что придумал. Так, давай посмотрим, Борис, в чем же твоя идея? Сначала поставим сюда первое электричество, потом пойдем поставим второе. Во, Борис, и ты потом хочешь вернуться и просто его еще раз активировать? Это же вообще гениально, давай. Только мне кажется, что время закончилось. Ага. Тогда нужно придумать что-то другое. Опа-на, Борис, смотри, там есть машинка, она поедет, сломает вот те стенки. Да, Кубик, нам срочно нужно пробраться в эту комнату. Так, мозговой штурм, нам нужно срочно придумать, как это сделать. Что если... Сейчас, кажется, у меня есть идея, надеюсь, что она сработает. Кубик, блин, я вообще ничего не понимаю, что вы задумали? Смотри, у нас же здесь была кнопка, а что если мы возьмем электричество прямо отсюда, активируем, потом вернемся, возьмем снова вот этот вот заряд и поставим его вот сюда. Блин, не успел. А, Кубик, я врубился, нужно быть еще гениальнее. Борис, ну-ка, что ты там задумал? Смотри, Кубик, мы просто берем электричество... Ставим его вот сюда, а потом немного ждем. Борис, в смысле? Так у нас же электричество закончится, почему ты ждешь? Не-не, Кубик, сейчас двери начнут закрываться, я кое-что придумал. Опа-на, берем, активируем, потом еще раз берем. Воу, Борис, я тебя понял, это вообще гениально, ты как вообще до такого додумался? Я не знаю, но это вообще имба. И кажется, Борис, у нас все сработало. Это что, блин, было? Ха-ха, это, походу, был небольшой скример. Кубик, тебя напугали. Ёк-макрёк, игрушка выпала прямо из потолка.
Я вообще испугался! Кобик, походу нам теперь нужно идти прямо! Сёма, ты вообще гениальный! Как ты до такого догадался, я сам не понимаю! Но я, конечно же, пошел прямо, как ты и сказал! Окей, спасибо! А куда дальше? Так, а дальше в этой комнате, походу, ничего нету, только лишь там игрушки, которые на потолке висят. Ёк-макарёк, и это на самом деле чуточку страшно! Да ладно, Кобик, не бойся, все будет нормально! Погнали сразу же тащить! Кого, блин, тащить? Ёк-макарёк! Там опять красный дым. Чуваки, может мы туда не пойдем? Пойдем, пойдем. Надевай противогаз и погнали. Ух, ёк-макарёк, еще и прямо из вентиляции дует. Мне кажется, что там сейчас начнется какая-то погоня. Кобик, зачем ты это сказал? Теперь я тоже этого боюсь. Ладно, все, просто идем дальше. Походу дым шел прямо из этой вентиляции. А нет, дальше он тоже есть. Ладно, здесь нет никакого прохода, а вот здесь он, походу, появился. А куда мы сейчас придем? Блин, я не знаю, но мне уже что-то это все не нравится. Ага, Борис, жиза! Так, ладно, давай просто проверим, куда мы вообще пришли. И тут у нас есть батарейка. Это значит то, что миссию мы уже почти что выполнили. Кобик, какую еще нафиг миссию? Давай, бери ее и погнали скорее. Сейчас, погоди, я просто хочу осмотреться. Мне кажется то, что здесь есть еще какие-то детали. Почему там все горит, я не понимаю. А, Кобик, я понял. Наверное, просто кто-то это все поджег. А, там просто горела машинка. Окей, которую мы сами туда же и отправили. Ладно, тогда просто берем батарейку и возвращаемся обратно. Здесь же хотя бы сейчас никаких скримеров не будет. Блин, Кобик, да ты можешь перестать про них говорить. Борис, наоборот, лучше всегда это держать в голове, потому что если они вдруг вылезут, тогда ты не испугаешься. Ну, мне кажется, ты все равно испугаешься. Так, ладно. Просто выходим, аккуратно осматриваемся. Такое чувство, как будто бы здесь все стало намного темнее. Не, Кобик, вроде было так же. Окей, погнали. Так, никакие лишние комнаты мы проверять не будем. Просто пойдем дальше и сразу же поставим эту батарейку. Чуваки, давайте уже скорее выберемся из этого дома. А то мне что-то здесь вообще уже не нравится. Кобик, какая разница, там еще страшнее. Там же темно на улице. Ну да, там у нас вообще нет никакого электричества. Ладно, надеюсь, то, что разберемся. И походу, это все нужно было специально для того, чтобы подключить электричество. То есть ты думаешь, что прямо сейчас появится свет? Сёма, я пока что даже не представляю. Но мы снова выбрались в эту главную комнату. Ага, и что дальше? Кобик, смотри, машинка. И проверь, куда ведут провода. А, я понял, они ведут прямо в эту комнату. И походу там мы должны активировать нашу руку. Стоп, так мы же здесь прыгали в самый низ. Почему тогда кубики здесь стоят? Воу, я тоже не понял. Мы же их вроде бросили. О, Кубик, смотри, у нас сохранение. Блинский блин. И это мне как раз таки не нравится. А, окей, здесь просто будет головоломка. Ёк-макарёк, а я думал, что мы уже все закончили. Нет, Борис, походу начинается все самое интересное. Какая-то новая пушка. А как она вообще работает? Так, у нас выстрелила рука. Нифига не понял. А, Кубик, смотри, мы можем как-то использовать эту башню. Это башня, что ли, называется? Борис, подожди, ты правильно вообще все понял? Ну, может, нужно просто встать сзади нее, нажать на Е. Воу, мы что, теперь будем стрелять? По всей видимости, да. Только никакая кнопка не нажимается. А как стрельнуть-то? А, Кубик, нужно просто выйти, а потом на рычаг нажать, и она сама выстрелит. Борис, как ты вообще до такого догадываешься, я не понимаю. Но это было гениально. Да, мы просто нажали на рычаг, и она выстрелила. И у нас открылась дверь. Это хорошо. Воу, Кобик, смотри, здесь есть такие же устройства. Ага, это я уже понял. Так, дверь нам, наверное, нужно будет закрыть. В смысле? Для чего? Да потому что нам нужен будет вот этот вот сигнал. А через открытую дверь он не пройдет. А, да? Кобик, а ты вообще понял, как эта штука работает? Почему там кнопки на разном уровне? Не, Борис, с этим я на самом деле еще пока что не разобрался, но эту штуку нам нужно направить сюда, а вот эту повернуть наоборот на руку. Ага, это сделали. Что дальше? Подожди, Борис, этого я пока что не понял. Давай просто попробуем выстрелить. Так, вроде все правильно. Тогда что нам нужно сделать дальше? Кобик, нужно выстрелить из башни электричеством. Борис, ты вообще голова. Я реально не понимаю, как ты так быстро до всего догадываешься. Ну, Кобик, когда тебе будет страшно, мне кажется, так же быстро все начнешь понимать. Ну да, Борис, это было логично. Окей, мы сейчас просто должны как-то выстрелить. Только, походу, это нужно сделать с этой стороны, потому что рычаг у нас не нажимается. А вот сейчас мы его активировали, и кнопка нажалась. Только дверь не открылась. Ага. Что тогда сделать? А, Кобик, нужно нажать вторую.
А что сигнал прервался? Не знаю, я не понял. У нас что, одновременно может работать только одна штука? Нет, Кубик, ты что не понимаешь? Просто дверь прервала ваш сигнал. А, ну да, я же сам об этом говорил. Как я мог забыть? То есть, получается, нам нужно активировать две кнопки, а для этого как-то заблокировать дверь. О, я придумал. Борис, это было супер гениально. Даже я до такого не догадался, и у тебя реально все сработало. Ты как вообще это делаешь? А, Кубик, это я подсказал. Без меня бы вы точно не справились. Ага, ты-то, конечно, тот еще подсказчик. Окей, мы просто снова выбираемся, но мне кажется, мы сейчас немножко отвлеклись. А это хороший повод, чтобы нас напугать. Да, Борис, хорошо, что мы хотя бы с тобой вспомнили то, что здесь есть скримеры, и то, что эта игра капец какая страшная. Ха-ха, да ладно, Кубик, чего здесь бояться? Сёма, Лажера испугался! Это было смешно! Да, Борис, а теперь только нам. Как-то не до смеха. Этот коридор какой-то очень страшный. Как будто бы в конце него кто-то сейчас вылезет. Не, Кубик, не вылезет. Зачем ты меня пугаешь? Я теперь боюсь туда идти. А, ну ладно, Борис, тогда там никто не вылезет. Можешь не бояться. О, спасибо. Тогда я сразу же пошел. Так, опять сохранение. И никаких головоломок мы не видели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот сейчас точно нужно бояться. Кубик, я не хочу идти наверх. Может, не пойдем? Борис, походу тебя забыли спросить. Окей, мы просто выбираемся. И куда мы с вами вышли? Кубик, мы вышли в дом. Спасибо, блин, а без тебя я этого не понял. Кубик, походу нам пора сваливать. Окей, как скажешь, только дверь-то закрыта. А, блинский, блин, что делать? Борис, ладно, все, не переживай. Мне кажется, что мы двигаемся в сторону выхода. Потому что у меня есть такое предчувствие, как будто мы пришли как раз отсюда. А, реально? Смотри, загрузка! И это значит то, что у нас прогружается новая локация, а новая локация, скорее всего, как раз-таки выход. Да, вот смотри, вот же выход! Погнали скорее, чуваки! Наконец-то мы из него выбрались! Как же я долго этого ждал, это просто какой-то капец. Ну его нафиг этот дом, он был реально какой-то супер страшный. Ёк, погорёк. Зачем? Так... делать! Даже мой комп этого не выдержал! Блин, Кубик, я на самом деле тоже немного испугался! Немного? Да мне вообще кажется, что пора менять штанишки! Ха-ха, да с тобой все понятно! А это, кстати, Блаки и Стимизи! А, да? А я даже сразу этого не понял! Кубик, они нам говорят, что надо идти за ними! Может, не пойдем? Да нет, конечно, нафиг они вообще нужны! Борис, блин, да куда ты пошел-то? Мне просто интересно, что же там дальше будет? Ага, дальше она просто открыла какой-то ключик. И что там? Вау, там у них есть какой-то секретный лифт. Смотрите, парни! Офигеть! Ну а туда я точно не пойду! Ха-ха, а мне уже интересно, что будет дальше! И если ты хочешь это узнать, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и не забудь глянуть следующее видео! А я пока что пойду менять штанишки!